Операцию целочисленного деления можно использовать, например, для вычисления последней цифры числа. Давайте, к примеру, возьмем число 239 и разделим его на 10. То есть возьмем остаток от деления на 10. Мы получим 9, последнюю цифру числа. Если же мы возьмем целочастное деление на 10, то мы получим само число без последней цифры. Иногда бывает нужно вычислить одно число в степени другого числа. Это можно сделать с помощью возведения в степень, которая в Python обозначается с помощью двух символов звездочки.